диабету уделяется сейчас достаточно большое внимание вот всем медицинским сообществам, и без конца разрабатываются новые и новые схемы лечения диабета. Я очень коротко, поскольку вы не специалисты, я вам скажу очень коротко. Вот я, да, поначалу рекомендуют лечить монотерапией, то есть одним только лекарством, и чаще всего это метформин. Вот мы с вами только что говорили относительно сиафора, глюкофажа, это все группа метформина. Это препарат, который повышает чувствительность к тому инсулину, который вырабатывается у больного диабетом при втором типе диабета. Громадную массу, где-то 95% всех больных диабетом представляет именно диабет второго типа. Там именно снижение чувствительности к инсулину играет важнейшую роль. Так вот, группа метформина, она повышает чувствительность к инсулину, поэтому поначалу рекомендует использовать метформин как одно лекарство, но при этом обязательно, конечно, и диетические мероприятия, и дозированные физические нагрузки, и обязательно контроль диабета и образование больных. Это тоже очень важно. Вот мы сейчас в какой-то степени именно этим будем заниматься. Далеко не всегда этого достаточно. Наступает тогда следующий этап, когда к монотерапии добавляется уже еще лекарство, двойная терапия, то есть метформин и что-то еще. И здесь вот в настоящее время очень большой выбор. В первую очередь используют так называемые секретагоги. Это значит лекарства, которые стимулируют выброс инсулина. Это вроде бы хорошо, но в то же время и не очень хорошо, потому что поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин при диабете, уже устала, а ее заставляет работать еще энергичнее. Но это в какой-то степени оправдано. Вот эта группа вам хорошо знакома, это вот амарил, раньше был гливенгламид, и диабетон, и многие другие. Некоторые из них с успехом используются. Еще одна группа есть, тиазолидинодиона называется, это тоже повышает чувствительность к инсулину. И несколько классов относительно новых препаратов, которые появились вот относительно недавно. Это препараты, выяснилось, что регуляция инсулина связана с желудочно-кишечными гормонами. И есть препараты, которые стимулируют выработку этих желудочно-кишечных гормонов так, что блокируются ферменты, которые есть в организме, их разрушающие. Вот эти препараты, ну, они называются ингибиторы дипептидилпептидазы 4. Для информации вам скажу, они тоже применяются. Сами гормоны, полученные лечебные формы, тоже применяются, и считается уже на втором этапе допустимое использование инсулина, инсулина длительного действия. Затем идет следующий этап, когда уже не двойная, а тройная терапия позволяет выбирать из всего вот этого дела. Это тоже далеко не всегда оказывается эффективным, и наступает следующий этап, когда приходится прибегать к комбинированной инъекционной терапии, к инъекциям. Это тот же длительного действия инсулин, и к нему допустимо назначать инсулины короткого действия. Для присутствующих врачей скажу, что раньше сразу переходили к интенсифицированной терапии, сейчас считают правильным начать с одной инъекции короткого инсулина в тот период, когда человек больше всего ест. И есть препараты инъекционного действия, вот это желудочно-кишечные гормоны, в сочетании длинного действия инсулин и вот эти препараты тоже считают возможным. И когда уже это не помогает, то тогда у нас остается выбор в интенсивной инсулинотерапии. Когда инсулин длинного действия сочетается с инъекциями короткого инсулина перед каждой едой, или же можно использовать смешанные препараты. Причем раньше мы прибегали к двум инъекциям, сейчас считается допустимым при недостаточном эффекте даже трижды в день использовать вот эти смешанные препараты. И, вероятно, в скором времени вы знаете о новых препаратах смешанных, очень интересных, они, вероятно, вот-вот появится на нашем рынке сочетание
Вот лироглутиды – это как раз вот один из представителей желудочно-кишечных гормонов с долгодействующим инсулином Деглюдек, он 42 часа действует. Значит, не каждый день колоть можно, а даже один раз в два дня, в принципе, допустимо колоться. Вот эти препараты, вероятно, в ближайшее время появятся. Вот какие выводы надо из этого всего сделать? Ну, прежде всего, надо сделать, что врач должен лечить больных индивидуально. И схемы есть, невозможно всех по единой схеме лечить. С другой стороны, несмотря на такой широкий выбор средств, позволяющих индивидуально подходить каждому больному, надо сказать, что желаемого уровня вот, контроля обмена мы достигаем, к сожалению, ну, в лучшем случае 50-60%. Вот я сказал, мы, используя данные достаточно развитых стран, у нас в Казахстане и того меньше, то есть гораздо меньше. Значит, несмотря на это, значительная масса больных вот, контрольного уровня не достигает. А что это значит? Это значит, что необходимы поиски других, более совершенных препаратов. И они продолжаются тоже. Вот в связи с этим я просто не могу не сказать о биологически активных добавках, которые вот Роман Львович уже в течение достаточно большого количества лет использует. И это препараты, к которым, к сожалению, вам скажу, врачи, когда слышат слово БАТ, на некоторых врачей это действует как красная тряпка на быка. Это, с моей точки зрения, грубая ошибка. Потому что есть разные БАДы. Некоторые плохо изучены, и так говорят, что вот они действуют на молекулярном уровне. Вот когда я такое слышу, я понимаю, что это сотрясение воздуха, больше ничего. Есть другие препараты, которые изучаются очень основательно, и механизм которых действия достаточно хорошо изучен. Почему к такого рода препаратам мы должны относиться скептически? И важно... Я очень не люблю, когда говорят, я вот не верю или я верю. К препаратам всем медицинским это не годится, этот термин не следует. Надо говорить не верить, а проверять. Так вот, Испур, о котором сегодня еще пойдет речь, это препарат, который уже достаточно широко проверенный. Я им пользуюсь уже в течение, наверное, года, лет трех тоже, да? И, знаете, я не видел пациентов, у которых он не оказал бы эффекта вообще. То есть у некоторых он приводит к контрольному уровню. Причем это касается даже пациентов, которые получали стандартные препараты и инсулинотерапию. Это не у всех больных. Но такого, чтобы он вообще не подействовал, я не видел. Есть две очень важные особенности у этого препарата, о которых я просто не могу вам не сказать. Вообще все медицинские препараты без исключения, в том числе и те новые, о которых я уже успел сказать, они обладают эффектом ускользания. Это что значит? Это значит, что с течением времени чувствительность к ним снижается, и мы вынуждены увеличить дозировки. Вот вам я сегодня сказал, вот 500 миллиграмм сиафора вы принимаете, этого мало, надо 1000. То есть чувствительность к нему снизилась, надо увеличить. Это касается всех без исключения препаратов. Либо приходится увеличивать дозировки, либо комбинировать препараты. Даже современные алгоритмы предусматривают обязательно комбинацию этих препаратов. И второе. Значит, с одной стороны, как я сказал, эффект ускользания, и мы вынуждены увеличивать дозы. А используя вот этот препарат, сталкиваешься часто с противоположным явлением. То есть как бы чувствительность к нему повышается, и дозу можно уменьшать. Начиная с 2 таблеток дважды в день, а потом переходит на 1 таблетку 2 раза в день, а потом на 1 таблетку. То есть это не у всех больных, но у многих больных совершенно четко чувствительность повышается. Еще одно очень интересное обстоятельство, тоже я о нем расскажу. Понимаете, вот я ни разу не использовал этот препарат у больных с впервые выявленным диабетом. Как правило, это были больные, которые уже лечились, вот всем перечислены, и не добивались нужного эффекта. И вот тогда я назначал этот препарат, и на фоне
недостаточного эффекта классических медицинских сахароснижающих лекарств, этот препарат все равно оказывал эффект. Вот когда я размышляю над тем, от чего это зависит, чем это можно объяснить, мне приходит в голову совершенно фантастическая мысль, другого я не нахожу. Значит, либо идет восстановление инсулярных островков, это такие клетки, комбинации клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, они при диабете страдают, потенциальные возможности их уменьшаются. Так вот, либо идет их восстановление, либо образуются новые инсулярные клетки. Вот это вот очень вещь чрезвычайно интересная, потому что пока мы можем лечить диабет, иногда успешно, иногда менее успешно, но никогда не излечивать диабет. То есть если только больной, у которого мы добились хороших контрольных показателей, перестал соблюдать диету или перестал принимать лекарства, которые мы назначаем, все возвращается на круги своя. А вот излечивание диабета не достигнуто, хотя в эксперименте уже получены препараты, которые способствуют у животных появлению новых инсулярных клеток из неинсулиновых, неэндокринных клеток. У человека это никогда не было получено. Вот я не исключаю, что испур обладает и такими вот эффектами. Это, конечно, нуждается в дополнительном исследовании, но исследования такие мне представляются чрезвычайно интересными.